Ну, 11 ноября Блоковская Т4 в систему тепловых сетей города Блоково введем краситель уранина. Значит, краситель вводим для того, чтобы определить неплотность трубных систем подогревателей, как ЦТП своих же, индивидуальных болеров и групповых болеров, и определение, так сказать, несанкционированных врезок, то есть воровство нашего теплоносителя. Значит, сам по себе уранин, он не опасен для здоровья человека. Он сертифицирован государственным СанПином, разрешен ввод для внутренней системы. Сама масса, она представляет порошковообразный тип оранжевого цвета. Когда попадает в воду, она становится зеленой. Из-за нетрубности системы подогревателя она может попасть в кран горячей воды. Так что население пускай не боится, это она, в общем, доступна специально для вот таких целей. Порядка 2-3 недель эта масса, она будет ходить. Все зависит от того, что насколько большие утечки, то есть большой обмен произойдет, когда обмен свежей водой. Вот. Ну, рассчитываем на 3 недели. По опыту прошлого года, значит, нам удалось ликвидировать одну несанкционированную врезку. Это путем прямого отбора теплоносителя через кран, пользуясь как горячей водой. Предприниматель один. В этом году, уже вот за этот, практически за сутки, мы уже определили 3 повреждения на ЦТП из-за неплотности трубных систем. То в ближайшее время мы должны организовать устранение повреждений. Ну, мы уже в СМИ везде оповещение дали, значит, и обзваниваем управляющей компании. Просьба такая, если вдруг кран потечет горячей воды зеленую массу, ну, зеленого цвета, то просим сообщить для того, чтобы мы приняли какие-то меры, или кто обслуживает индивидуальные болера, чтобы приняли меры, чтобы в дальнейшем этого исключить.